Суки юниоры готовятся к выходу. Их нынче много. 119 Анвел Иволга, 120 Анвел Касабланка, 121 Анвел Клементина, 122 Анвел Краса Россия. И по кругу по 5 участников. Анвел Мураками, 124 Анвел Прада, 125 Анвел Риорита, 126 Анвел Ривьера, 127 Гордон Шейлс Элата, 128 Лайф Спринг Осоли Мио, 129 Лайф Спринг Полар Стар, 130 Мистикор Чермен Принцесс, 131 первые 5 участников по кругу, пожалуйста. Мистикор Shop of My Heart, 132 Мистикор She's My Love, 133 Нарми Монтана, 134 Пишанель София, 135 Still Life Nobody Else, 136 Still Life Not For Sale, 137 Twining Ticket to Vengre, 138 Highlights Xantippa, 135 участников Highlights Uterson, да. Rosen Princessin. Следующие 5 участников по кругу, пожалуйста. А куда? Следующие 5 участников по кругу, пожалуйста. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. И следующие 5-4 участника по кругу, пожалуйста. Уважаемые зрители, стоящие на проходе между девочки, рингом пожалуйста, и судейской по длинной стороне, пожалуйста, на начало экспертизы. Отойдите в сторону, иначе зрители интернет-трансляции будут наблюдать только, как уже было сказано, ваши красивые спины и не менее красивые наряды и длинные ноги в сапогах. Номер 119, оценка отлично. Анвел Иволга, 119 номер, оценка отлично. Thank you.
номер 120, оценка очень хорошо. Андвол Касабланка, номер 120, оценка очень хорошо. Номер 121, оценка отлично. Андул Клементина, 121 номер, оценка отлично. И пока идет экспертиза, давайте вспомним о породном предназначении собак породы Вельш-Корги Пемброк. Ну, все, наверное, уже знают, что это пастушья собака, несмотря на то, что на улице каждый встречный, поперечный почему-то думает, что это охотники. Это, собственно, такой вот известный повод для смеха и шуток среди владельцев пемброков. Ответ на вопрос: нет, это не охотничья собака. В общем-то, не очень понятно, откуда рождается такая мысль. Ну, возможно, потому что своим растянутым форматом, длинненьким силуэтом они напоминают кому-то такс. Тем не менее, это пастухи, выведенные для того, чтобы пасти овец, крупный рогатый скот и птицу. Ну, честно говоря, не очень представляю, как бы они пасли все-таки коров и быков, хотя говорят, что прецеденты бывают. С овцами пемброки управляются прекрасно. И, конечно, в первую очередь это не столько насильственные действия по отношению к овцам, то есть собака их не должна кусать, не должна терроризировать своими зубами. Вот, в основном собака должна работать взглядом и уверенностью своих движений. К сожалению, не так много у нас возможностей для того, чтобы тренировать собак и испытывать их породное предназначение. 122 оценка, отлично. А тем временем Анвол Краса Россия под номером 122 получает оценку отлично. Вот, и так не так много у нас возможностей для занятий собак пастушьей службой. Все-таки в Подмосковье есть 2-3 фермы, где это возможно осуществить. Ну и в других городах посетить семинары по пастушьей службе, которые проводятся обычно нашим, так сказать, ответственным за спорт в клубе Марии Кобликовой. Собаки могут как просто пройти тестирование на наличие пастушьего инстинкта, продемонстрировать, что они действительно готовы и могут пасти овец и испытывают к ним интерес, так и заниматься и получать рабочий диплом по этой специальности. Thank you.
Номер 124, оценка отлично. Антвул Прада, номер 124, оценка отлично. Итак, что надо для того, чтобы заниматься пастушьей службой? Если у вас есть такая возможность, если вы понимаете, что вы сможете добраться до фермы, где проходят такие занятия. Ну, в первую очередь, конечно, желание и трудолюбие хозяина. Во вторую очередь, желание и трудолюбие собаки. Потому что нужно тоже оценить свои силы и понять, насколько вы готовы подхватываться с утра пораньше в свои выходные дни, чтобы ехать и бегать с собакой среди овец. Для начала пройти тестирование, чтобы инструктор понял, насколько вообще имеет смысл с этой собакой заниматься именно пастушьей службой. Как это происходит? Собакам показывают овец. Собака должна проявить к ним интерес. Собака должна проявить желание гнать эту овцу. Но помимо этого, собака должна еще уметь слушаться своего хозяина. Собственно, чем полезны занятия пастушьей службой, так это тем, что хозяин и собака находят лучшее взаимопонимание и контакт. Потому что, естественно, человеку необходимо регулировать страстное желание собаки, гнать непослушное животное туда, где ему следует находиться. Сейчас мы услышим оценку следующего участника. Номер 125, оценка отлично. Анвол Риорита, оценка отлично, 125 номер. Итак, собака, которая собирается пасти овец, должна владеть азами послушания. То есть, как минимум, выполнять команды «лежать», «ко мне», потом научиться понимать команды «право» и «лево». Вот, она не должна бояться резких звуков. Вот, и, конечно, не должна проявлять агрессии по отношению к овцам. В общем-то, многие корги испытывают желание пощипать овец за ноги. Наверное, те, у кого есть щенки, все с этим столкнулись, отучая щеночка прикусывать вас за пятки, поскольку это, в общем, довольно неприятно. Но так проявляется именно пастуший инстинкт у щенка. Он стремится организовать всех в одну какую-то более или менее урегулированную стаю, которая должна находиться там, где щенку это кажется необходимым. От этого, естественно, нужно отучать, вот, и развивать уже эту замечательную способность всех Номер 126, оценка отлично. На пастушьей службе. И Анвол Ривьера под номером 126 получает оценку отлично. Не очень охотно двигается наш следующий участник.
номер 127, оценка отлично. Гордон Шелли Латте, номер 127, оценка отлично. Номер 129, оценка отлично. Номер 129, Life Spring Polar Star, оценка отлично. Номер 130, оценка отлично. 130 номер, Мистикор Чармин Принцесс, оценка отлично.
Номер 131, оценка отлично. Mystikor Shape of My Heart, номер 131, оценка отлично. Много нынче юниорок, и все очень достойные. Прямо приятно посмотреть. Номер 132, оценка отлично. Номер 132, Mystikor She's My Love, оценка отлично. Возвращаясь к теме пастушьей службы, для собак это в первую очередь, для обычных городских собак, это в первую очередь, конечно, развлечение. Надо сказать, что они испытывают большой подъем, когда оказываются на ферме, подпрыгивают в машине, понимая уже, куда они едут, и с удовольствием вылетают для того, чтобы позаниматься вот этим чудесным делом, работой вместе с хозяином. Ну вот, пожалуй, насколько я знаю, это действительно то, что им доставляет наибольшее удовольствие. Безусловно, какие-то прогулки в лесу с хозяином, занятия каким-то спортом – это все тоже большая радость для собаки. И, собственно, чем бы вы ни занимались, главное, чтобы вы занимались этим с нею, это известно. Вот, все-таки такой искренний восторг и счастье я наблюдала у собак, когда они пытались пасти овец. Собственно, во время этого занятия они реализуют вот эту вот свою типичную коржину. Номер 133, оценка отлично. И самоуверенность. Номер 133, на Арме Монтана, оценка отлично. Вот, потому что корги свойственно быть самоуверенным и наглым. Это такая породная черта, которая действительно происходит от породного предназначения. Если человек, если собака, скажем так, не уверена в себе, она не сможет и организовать даже стадо баранов. Вот. Поэтому, когда вы видите, что ваша собака наглеет и считает, что она, что ей позволительно все, что она лучше знает, что вам делать, вы должны понимать, что собакой следует заниматься. Ей надо дать какую-то работу для того, чтобы она самореализовывалась не на вас, а на каких-то либо действительно скотах, овцах, баранах, или даже птица, ну или занималась спортом, потому что мозги у овчарки, а у нас хоть и самые маленькие, но все-таки овчарки, должны работать. Так, юный хендлер вывел собачку.
Интересно, весит ли хендлер хотя бы в половину больше своего питомца? Не очень хочет собака слушаться маленького хозяина. Нет, справились. Главное – апломб. Номер 134, оценка отлично. И тем не менее, Пишанель София получает оценку отлично под номером 134. Ну, поздравим ее юную хозяйку. Номер 135, оценка отлично. Номер 135, Still Life Nobody Else, оценка отлично. Thank you.
Номер 136, оценка отлично. Уважаемые участники, напоминаю, что после сравнения на лучшего юниора будет экспертиза из класса «Домашний любимец». Далее перерыв 30 минут. В перерыве будет конкурс костюмов. Номер 137, оценка отлично. 137, Twine and Ticket to Vengre, оценка отлично. Номер 138, оценка отлично. Номер 138, Highlights Xantipa, оценка отлично. Осталась у нас последняя юниорка.
номер 139, оценка отлично. И номер 139, Highlights Uters and Rosen Princess Inn, оценка отлично. Участники. Юниорки готовятся к сравнению. Эксперт просит выйти вперед номер 121, 132, 135, 136, 137 и 138. Остальным участникам спасибо. Выход находится противоположно входу. Напоминаю, что после завершения экспертизы класса суб-юниоров будет выбор на лучшего юниора. Далее класс «Домашний любимец» и перерыв. В перерыве конкурс костюмов. Изобилие участников, сравнение провелось как бы в два этапа. Ну, выбрать четверых из шести, несомненно, легче, чем из двадцати. Так. Номер 135, первое место. Номер 132, второе место. Номер 136, третье место. И номер 121, четвертое место. Итак, юниорки, первое место Still Life Nobody Else, 135 номер.
Второе место Мисти Корж из My Love, 132 номер. Третье место Still Life Not For Sale, 136 номер. И четвертое место Анвел Клементина, 121 номер.